наш управление. Мне нравится руководство нашего института. Кинорежиссеры заваливали его предложениями. Они понимали, участие невинного в любой роли – это залог успеха картины. Артист замечательный, крупный и точно понимающий, что нужно делать в кадре. Но для него самой большой любовью и страстью всегда оставался театр. Мы устремились... Куда? Да ладно. Мы устремились по пути личности. Он, видимо, почувствовал, что это та козырная карта его жизни. Он жил в бешеном темпе. В театре он пропадал сутками, тщательно работал над своими ролями. Все время было ощущение, что он как-то так немножко стесняется этого. Что он получил от жизни больше, чем он заслуживает. Он хотел быть на сцене, играть и оставаться в профессии до конца. Хорошо я его отделал, государь. Я еще все сыграю. Вячеслав Невинный. В субботу на ТВ Русь.